Леха вон с Москвы приехал. Леха приехал с Москвы, это Давик. Да, ведем репортаж с места событий. Да. Вчера были в Москве, а сегодня уже в таких местах. Приехали на источник серной воды. Вот здесь можно купаться. Покажем вам реакцию. Это отдельно один источник. И тут чуть дальше есть другой источник. И когда эти две воды наливаешь в одну емкость, вода вроде белая, и та белая, но она сразу становится черной, похоже на кока-колу. Бетон. Видишь, покраснело? Да. Все, реакция. Вот это другой источник. Вот эту воду нужно пить строго через трубочку, чтобы не повредить эмаль зубов. Она полезна для тех, у кого камни мучают в почках. Вот такая вот полезная вода. Армяне налетели на тутовник Касумкинский. Вот сейчас, друзья, нальем вот из этого источника, да, чуть-чуть воды. Потом разбавим с другим. Я вам покажу. Наверняка хорошо видели уже. Многие уже наверняка показывали эту реакцию двух источников. Сейчас еще раз подробно покажем. Вот мы набрали полбутылки. И теперь в ту же самую воду, вот она белая, наливаем. Разбавляем с другим источником. Такую же белую воду, прозрачную. Да, такую же прозрачную добавляем сюда. Так, разбавили. Она уже, вон, видишь, цвет? Да, конечно. Пошли. Ну-ка, покажи народу тоже. А ты еще чуть-чуть сболтай. Она вообще почернее. Вот две прозрачных было воды. Теперь стала кока-кола. Да. На фоне белого капота. Вот она почернела. Поедем теперь немножко отдохнем. Время 4 часа утра. А мы еще не спали. Вот даже повезло, что у нас кока-кола с собой. Вот она практически ничем не отличается. Это вода. Это кока-кола. Вот вам вот такая реакция воды.